Привет, меня зовут Андрюшак, я играю на гитаре с популярнейшими артистами в Санкт-Петербурге. И один из популярных проектов, в котором я участвовал, довелось участвовать, это группа «Провада». Может быть, кто-то слышал. Играю достаточно давно, более 20 лет на гитаре. Люблю, вообще начинал с рок-музыки. Очень люблю слушать до сих пор джаз. Один из любимых моих джазовых гитаристов – это Джон Скофилд, обожаю его. И Пэт Мартини, тоже люблю слушать его музыку. Писал диплом под все альбомы Пэта Мартини. В общем, рекомендую послушать хорошую музыку. И Пэт Мартини – отличный джазовый гитарист, который покажет вам все, что нужно. Как я познакомился с гитарами Reverend? Во-первых, это гитара Reverend. Основные производители находятся в Америке. Данные инструменты, которые представлены у меня, они сделаны все в Корее. Вот. Как я познакомился с этими гитарами? Ранее, до знакомства с Reverend, конечно же, все музыканты выбирают инструмент по артисту, которого они любят. Поскольку я любил Джо Сатриани и Стива Вая, естественно, я выбрал себе сначала Ибанес. И думал, что это самый лучший инструмент, на котором мне доводилось играть. После чего я попробовал все-таки взять Fender Rock, потому что второй артист, который мне нравится, это Джон Мейер. И Джон Мейер играл на Fender Stratocaster, Telecaster, и в принципе на Fender'ах. После того, как я взял Fender, после Ибанеза, я понял, что профиль грифа – это то, что мне нужно. Но все равно где-то там что-то не хватало, и у меня в голове всегда выстраивалась такая инженерная мысль, что да, я хочу себе Fender, но только чтобы на Fender был тюноматик со стоптейлом, вот с таким вот как раз таки. Вот. И однажды мне в розничном магазине в Санкт-Петербурге попадается инструмент Reverend. На тот момент это был Sensei, одна из моделей Reverend. И когда я ее взял, было такое ощущение, что ничего не надо было делать. Что это значит? Не менять лады, чтобы они стали повыше. Не отстраивать угол грифа относительно корпуса, устанавливая туда стоптейл и тюноматик. То есть взял инструмент, и инструмент сразу стал как бы моим, пока это в кавычках. Вот. И можно обратить внимание, кто-то знает меня лично, у меня есть одна особенность, я невысокого роста, и у меня короткие пальцы. И инструмент Reverend, который сейчас у меня в руках, как будто бы создан для меня. И так вышло, что ребята подписали со мной контракт, ко всему прочему, и я стал артистом этих гитар, в народе артистом, в автомобильном бизнесе амбассадор, а в гитарном бизнесе это эндорсер. С вашего позволения расскажу о преимуществе, которое обладает этот инструмент, конечно же, относительно меня. В первую очередь это удобство и комфорт игры на этом инструменте. Это в первую очередь было сначала для меня. А уже когда я играю достаточно давно на нем, и уже выяснилось, что это самый хорошо звучащий инструмент, который у меня был. Было много инструментов. И именно этот инструмент в любой пачке звучит очень хорошо. Значит, сделан он из карины. Карина – это по своим физическим свойствам напоминает красное дерево и немного ольха. То есть, по сути, это достаточно глубокий инструмент. И раньше из карины там, в 50-х, 57-х годах делали все кастом-шопы в Гибсоне. Вот пока это дерево не стало эксклюзивным. В общем, корпус это сделан из карины. Все практически гитары Reverend сделаны из карины. Стоят здесь хамбакеры, разработка Reverend американские. Все потенциометры здесь кастомовые американские стоят. Напоминаю, что инструмент, тем не менее, собран в Корее, а все остальное американское. И один из очень важных параметров в этом инструменте, вот такой вот потенциометр, который находится в данном инструменте здесь, это басовый контур, пассивный басовый контур. Что он делает? Если выкручиваем до упора вправо,
датчики хамбакера работают в обычном стандартном режиме. Как только мы начинаем немножко пробирать, у нас бас подъедает все это в пассивном режиме, и ваши хамбакеры потихоньку из хамбакера превращаются сначала в P100, потом в P90, и вот на другом инструменте даже превращается в сингл, практически от телекастера. Но если обратить внимание, то есть форма этого инструмента напоминает многим телекастер. Например, вот этой планкой с двумя потенциометрами, тоном и громкостью. И здесь всего достаточно три переключателя, потому что басовым контуром мы можем нарулить такой звук, который просто будет звучать в любом оркестре, в любом бенде, ну и дома тоже. Вот. Что еще преимущественно для меня очень важно? Значит, повторюсь, что мне очень нравится исполнение инструментов с тюноматиком, бриджен тюноматик, потому что это удобно для правой руки и удобно выставлять и контролировать правую руку. Не забываем, что тюноматики раньше ставились на Gibson, до сих пор ставятся на Gibson Les Paul, там SG и так далее. Вот. Но у Les Paul есть один нюанс, гриф, вот этот гриф, выставлен немного под углом. То есть на любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. В данном случае вот этот гриф ближе к корпусу, и он практически параллелен корпусу. Вот. Из чего собран гриф? Здесь у нас с вами птичий глаз, клен птичий глаз, и накладка обычный клен. Вот. Позволяет грифу звучать ровно, ну и при этом пронзительные все ноты читаются, как от верхних, так и до нижних. Голоса и басы читаются идеально. Значит, порожек здесь стоит синтетическая кость, тоже одна из разработок, ну, давно известная, скажем так, в гитарном производстве. Калки стоят локовые, что позволит здесь немножко витков делать, чтобы не было пружинного эффекта, и гитара всегда строила. Гитара, кстати, строит просто как скала. Например, если вы играли на Les Paul'ах или на SG, особенно на Gibson'ах, то третья струна никогда не строит. Ну, практически, может быть, в исключительных случаях. Вот здесь гитара строит всегда. Ну, вот такая вот специфическая особенность. Интересная форма, не забываем посмотреть про форму. Обратите внимание, если продлить немного, то здесь будет практически напоминать Fender Stratocaster плюшечка. Очень хороший, красивый логотип. Ну и что, здесь еще одна отличительная черта. Здесь все-таки стоит... пятка на 4 болтах, покажу на следующих инструментах, есть пятки на 6 болтах, но это мы остановимся уже на следующем инструменте. Данный инструмент я использую активно, обратите внимание, он весь в наклейках, и здесь наклейки моих любимых групп, наклейки из пятерочки даже, вот они. Ну и вот, в общем-то, вот такой инструмент, кайфовый, кайфую с ним. Этот инструмент, также от компании Reverend, называется Double Agent Original. Это у них свои внутренние названия. Предыдущий инструмент красный назывался Charger HB, то есть хамбакерами, а этот Original. В чем его отличительная особенность? Значит, первое. Напоминаю, что все инструменты Reverend собраны из Карины. Данные также собраны из Карины, но у предыдущего красного инструмента не было скоса под правую руку. Здесь он имеется. Вот такой вот, знаете, как вот у классических инструментов стратокастера. На телекастерах не делают, а вот на страте делают. Ну, такой скос появился. Также здесь стоит тюноматик Stoptail, хамбакер американский и 5AN, это у них называется P90, тоже американский. Также имеется басовый контур, который превращает P90, выкрутив его просто до упора против часовой стрелки, в сингл. И это будет у вас практически, да что там практически, это будет телекастер. Он даже выглядит так же. Каковы еще особенности данного инструмента Double Agent Original? Данный гриф прикручен на 6 болтах, что позволяет плотно прижимать пятку грифа к корпусу, что усиливает резонаторные свойства инструмента. И вот если кто-то, может быть, видит или обратил внимание, здесь еще есть два дополнительных винта. Вот я бы хотел все-таки в комментариях услышать, как вы думаете, для чего вот эти два винта? То есть эти два винта не насквозь, они просто вот к корпусу на
буквально там 5 миллиметров прикручены. Эти 6 винтов прикручивают гриф, а вот эти 2 винта, я бы хотел узнать ваше мнение по поводу этих 2 винтов. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Еще, ну, наверное, 2 человека из 50 угадали, для чего созданы эти 2 винта. Я бы хотел узнать ваше мнение. Спасибо. Так, гриф также у нас собран из клеона, но с палисандровой накладкой. Все знают, что палисандровая накладка смягчает и делает звук более виолончельным, что позволяет инструменту звучать, наверное, более, ну, более округло, что ли, можно так сказать. При этом не забываем, что здесь стоит P90, и с выкрученным налево с басовым контуром можно делать из него сингл просто с палисандровой накладкой. Также здесь стоят на всех практически, да что там на всех практически, на всех инструментах Reverend стоят всегда локовые колки. Это всегда удобно, это всегда хорошо, это всегда гитара строит просто как скала, никогда не расстраивается. Это отличительная черта инструмента. И я всегда буду обращать внимание на то, что на гитарах Reverend всегда высокие и правильные лады. Что это значит? То есть на винтажных гитарах лады выполнены таким образом, они невысокие, и струна касается накладки. Кому-то это удобно, возможно, потому что звук от этого становится более деревянным. Но вот если меня гитаристы поймут, многим гитаристам нравится не дотрагиваться пальцами до самого грифа, ой, до самой накладки. Это позволяет, ну, более, скажем так, быстрее перебирать аккордики. Вот, и на гитарах Reverend все лады высокие, высокого исполнения, но при этом не сильно широкие, что позволяет также раскрыться дереву и грифа, и дереву самого корпуса. Выполнено, конечно, изумительно. Звучание инструментов можно проследить и послушать практически во всех альбомах группы Провада, потому что я играю и лайв-сессии, и концерты на площадке, в клубах и на студии. Записываю на реверендах, очень удобно и хорошо. Ну и более свежий звук, вот как раз таки я писал на Double Agent с убранным басовым контуром, чтобы добиться более синглового звучания, будет новый релиз 2 июля 2021 года моей личной, собственной авторской песни под названием «Волшебная пыльца». Можете послушать. Андрюшак, «Волшебная пыльца», 2 июля. Все инструменты, о которых я рассказал в данном видео, звучат на моем сольном инструментальном альбоме под названием «Mother Sun 29». Я напоминаю, что я любил в свое время и люблю до сих пор Джо Стриани, Стива Вая, Эрика Джонсона. Вот, и на базе этих потрясающих артистов и гитаристов я создал, ну, на мой взгляд, классный инструментальный альбом. Можете послушать также в соцсетях, это все есть. В ссылочке в описании можете увидеть. Гитара Reverend модель Monterey. Это гитара с уменьшенной мензурой, то есть мензурой 24-75 дюймов. Это мензура Les Paul'а нашего любимого от Gibson. Вот, что позволяет добиться того самого звука, который мы слышим в пластинках и на грамм-записи прошлых лет. Да что там прошлых лет? И этих лет тоже. Вот, этот инструмент позволяет это сделать. И так, здесь также исполнение 2 хамбакера американские стоят. Басовый контур у нас расположен в крайней правой позиции с моей стороны, крайней слевой с вашей. Также позволяет нам сделать из этих хамбакеров практически P100 и P90, очень интересное решение. Значит, классический переключатель трехпозиционный, также сделан, как у Гибсонов. Вот, можно посмотреть. Ну и здесь ручка громкости и ручка тона, работающая на оба датчика. Эта гитара у нас выполнена с вклеенным грифом, клеенный гриф в корпус. Корпус сделан из карины, но топ здесь идет кленовый у нас, очень хорошего качества. Гитара Midnight Black, Black как раз таки это черная гитара, идет всегда в комплектации с черным деревом. То есть здесь у меня расположено не палисандр, а черное дерево. Также напоминаю, что черное дерево по своим свойствам физическим это практически очень хороший качественный клен. И мы знаем, что черное дерево в сочетании с полудекой, с эфой и
с Кариной дает супер глубокий, интересный, рояльный уже звук. Не виолончельный, а рояльный. И это именно тот инструмент, который нужен в любой записи, обязательно. Здесь у нас располагаются колки 3 плюс 3. На предыдущих инструментах у нас были все 6 колков в ряд. Здесь 3 локовых колка сверху и 3 локовых колка снизу. Вот такая вот такое перо у нас выполнено. Анкерная доступность у нас также идет сверху. И что по этому инструменту? Ну и если кто-то обратил внимание, он очень сильно похож на ES-339 Гибсона. Вот, ну только вот с особенными рожками. Очень классный инструмент, очень удобный, звучит очень хорошо. И хотел бы отметить также, что на каждом инструменте Реверен, в том числе и на предыдущих, у нас стоит вот такие вот, такая запись. Это каждый инструмент отсмотрен мастером в Америке. Он подтвердил, да, этот инструмент классный. Отправляем Эндрю Шаку в Россию, в Санкт-Петербург. Пожалуйста. Мои ежедневные, значит, да что там ежедневные, педали на каждый день. Эти педали объездили всю Россию со мной и захватили немного Европы. У каждого гитариста должны быть обязательно хроматический тюнер, грелки, реверберация, октаверы и, конечно же, дилей. Последовательность педали у меня следующая. У меня начинается с тюнера, идет на BB Preamp Exotic. Очень хороший, хрустящий, классный звук. Если кому-то нравится твидовое звучание а-ля там, C30, здесь можно нарулить. Ну и здесь очень хороший параметр гейна. Очень круто в сочетании с высокими здесь можно получить отличный, можно сказать, супер-роковый звук. После у меня идет Digital Reverb. С Digital Reverb у меня идет еще одна грелка Fat Drive от Pictronics. Здесь у нас бутиковые расположения микрочипов. Ну и вообще Pictronics, тот, кто сталкивался, понимает, что это бутиковая педаль. Очень теплое звучание в данном положении и активное метальное звучание положения вверх. Я ее использую с минимальным вообще гейном. И вот, если видно, я даже отмечаю, где и куда у меня будет мастер двигаться. То есть я ее разгоняю на мастере. Октавер я использую как в полифоническом режиме, как не в полифоническом режиме. И дисторшн с октавером тоже интересно звучит. Активно использую Digital Delay DD7 с тап-темпом. Это очень клевое сочетание. И не забываем, что здесь такие вещи можно нарулить, что половина людей, которые играют на нем, даже и не представляют с тап-темпом и с Digital Delay DD7. Вот. Я думаю, что, может быть, в следующем видео, я даже видео покажу, какие приемы можно с этими штуковинами делать. И, кстати, на нем я записывал в инструментальном альбоме есть такая песня под названием Hate, High Bad Earth. Вот на нем есть очень прикольный видос, я уже тоже снимал, можно посмотреть, как он звучит. Ну, собственно, все знакомые педали собраны только потому, что они надежные, никогда ничего не ломалось с 2010 года по 2021 год. Я считаю, что это уровень. Напомню, что меня зовут Андрю Шак. Все ссылки на Инстаграм, ВКонтакте будут в описании. И хотелось бы пожелать кайфовать от музыки, кайфовать всегда и слушать хорошую музыку и быть хорошим человеком. Все, пока-пока.